встреча наша сегодня состоится. Вчера мы провели мастер-класс. Мастер-класс, кто был? Были. Понравились. Жертва мастер-класса остается для вас. Будет на них отвечать, что он рисовал, какие храмы расписывал, как началась его творческая деятельность. Знаю, что он родился в Солнечной Бурятии. Больше ничего про него не знаю. Полчаса рассказывает, да? Ничего не знает, да? Да, я здесь неофициально. Да, ну ничего, это даже приятнее. Спасибо, Александра. Я всех рада приветствовать. Я очень рада оказаться на выставке, потому что очень люблю такой стиль импрессионизм, который здесь присутствует. Мы все наблюдаем, что то впечатление, которое потом передает через свое сердце, через тонны краски, превращается в тонны любви. А так как сегодня все-таки день Святого Валентина, день всех влюбленных, то очень хочется всем нам пожелать чувствовать любовь каждое мгновение от окружающей нас среды, от окружающих нас людей, потому что она всегда от нас есть. Поэтому я вас поздравляю, пожалуйста, с этой выставкой наконец-то в Красноярске. Да. Спасибо. Я ей заказала подарок, и она вам его исполнила. Но он так для совершеннолетних, поэтому... Ощущение такое влюбленности. Так как же творческий путь-то все-таки начинался? Рассказывайте. С детских лет. С детских. Ну, все случайно. Может, как говорят, что случайность не случайно. Мой брат был, хотел быть художником. Он ходил в Чите, в художественную школу. Ну, чуть по троллейбусу попал. Зима, гололед, успели вытащить. Ну, мама так, ты больше не будешь. Потом мы уехали в поселок близ Читы. И потом я стал ходить в художественную школу. Так как уже подавать там тяжелый лук, стрелять из лука. То есть мама решила все убрать от таких спортивных состязаний и носил вот карандашик вот в художественной школе. Иду с карандашом, там народ в футбол играет, весна там, и снег уже растаял. Правда, снег всю зиму уже, да его нету. Там экзамены как раз летом начинаются. Ну, мне родители говорят, давай там, что у нас есть, давай чуть-чуть порисуем, мы отправляем туда пакетом, ждем все лето, ничего нет. Видимо, то ли поздно отправили. Естественно, пакетов никто не открыл. Экзамен начинается в начале июня, а мы в середине июня. То есть июня. Отправляем в конце августа там, депутата Верховного Совета. То есть, наш выпуск случайно оказался. Это вы теперь никому не докажете. Он сыграл судьбу, он приезжает в Москву, нашел напротив Третьяковской галереи спецшколу. Во дворе столкнулся с человеком молодым, говорит, где тут ходишь в школу, говорит, вот она, а кого ищете, директор, я директор. Он забежал случайно во время каникул, убегал просто. Они забежали, нашли этот пакет злополучный, затянутый паутиной, там, пауками. Ну это я, конечно, усиливаю, утрирую. Открывает, ну там, ну, естественно, работа заурядная, то есть что-то ничего такого нет, с обычного мальчика. Все-таки с детским восприятием. Ну, депутат говорит, ну как так? Отправляли, то есть рисунки даже не открыли. То есть, ну, надо, надо нам позвонить в одно место. Мы говорим, так, никуда не звоним. Мы сейчас соберем совет и позвоним. И очень телеграмму. Ну, короче, не высылала телеграмму, мы вас поднимаем на один год испытательный, ну, если не справится, мальчик. Ну, короче, вот так вот попал в Москву. Это сколько лет было? Это 12 лет. 78 год перед Олимпиадой. Угу. Попадаю в солнечную. И с помощью Забайкалья, в солнечную Москву. Столица, да? И, кстати, солнце, микроклимат было еще тут нормально. То есть закаты синие, потрясающие. То есть, такого не было. Ну, что серое не было. Вот этого не было, как раз. Еще до 82 года. Потом уже все. Все поменялось. Ну и вот в это попало в поколение, там приезжали из Краснодара, из Кубани,
такие небольшие ребята заходят, белоснежные волосы, ну так это блондины. Вот с такими бабками, вот такая акварель огромная. Ну, я, конечно, утрируюсь. Вот такая была акварель. Написано акварель просто невероятно. Это Court of Euro, Беломысов Дима, то есть там сейчас они звезды. Все писали, рисовали, то есть с упоением. То есть, никто не курил, не пил.